Привет, дорогие друзья! Торговая сеть по продаже электроники и аксессуаров Citrus объявила в среду цену, по которой будет распространяться новинка от компании Apple. Смартфон iPhone 6. В октябре модный гаджет будет представлен к продаже по цене 15 990 гривен за единицу. Ранее Apple представила новинку в двух моделях с экраном 4,7 и 5,5 дюймов по диагонали. Мировые продажи iPhone 6 стартуют 19 сентября в 9 странах мира. В Америке цена смартфона составит $199 по контракту. В торговой сети Citrus значительную разницу в цене объяснили колебанием курсов валют и доллара, и евро. Потенциальные покупатели в Украине могут сами сделать свой выбор. Если им не терпится заполучить в свои руки новую разработочку легендарной компании, то придется найти в кошельке более $1000. Если же фанатизм не столь высок, то придется переждать какое-то время. После чего, как это всегда бывает, когда стартовый ажиотаж сходит на нет, цены начинают сползать до более приемлемых уровней. Также следует отметить, что смартфоны нового поколения от Apple выпущены в трех цветовых исполнениях – белом, черном и золотом.